Technology is so intricate, so advanced, and the things appear to be magic. Освобождение. Внимание! Все упомянутые ниже события, персонажи и все остальное выдуманы. Любые совпадения с реально существующими или несуществующими людьми, ну вы поняли. Внимание! Не пытайтесь сажать самолет согласно этому рассказу. Это художественное произведение. На самом деле все гораздо сложнее. Небольшой самолет летел над морем, постепенно снижаясь. Было ясно, солнце клонилось к западу, лучи его игрались по волнам. В общем, то самое время, когда все только начинается. В кабине пилота сидела Саша, глядя на основной пилотажный прибор, и Соня, которая смотрела вперед, выискивая остров. На приборе медленно уменьшались цифры, показывающие барометрическую высоту. Самолет шел на автопилоте. «Вижу остров!» — воскликнула Соня и показала рукой. Саша глянула вперед. Остров с такой высоты был совсем-совсем маленьким. Он был чуть правее курса, но уже в пределах доступности радара курса глиссадной системы. «Включаю точный заход», — сообщила Саша и нажала кнопку на панели управления. На приборе сразу же появились символы маяков глиссады и курса. Как только самолет захватил их, он плавно повернул чуть правее и выровнялся на курс полосы. «Я свяжусь с аэропортом», — сказала Соня, пока Саша смотрела в бортовом компьютере маршрут ухода на второй круг и включила радио. «Систо, подход. Вас вызывает рейс 420». В наушниках раздался голос Лёши. «Рейс 420, вас приветствует Систо. Как настроение?» «Какое же тут может быть еще настроение?» — улыбнулась Соня и переключила радио на громкую связь. «Если мы к вам уже почти подлетели». «Класс!» – раздался в кабине голос Лёши из динамиков. «Вас уже почти все жители встречают. Даже на сценах звук на время выключают, чтобы и музыканты, и диджеи тоже пришли». «Это лишнее, но нам приятно», – сказала Соня. Саша заметила, что та чуть смутилась. «Ладно, у нас удаление 17 морских миль. Мы готовимся к посадке. Скажи, пожалуйста, погоду». «Погода идеальная. Температура 27 по Цельсию, ветер всего 2 узла, 260 градусов, видимость 22 мили. Все для вас. Заходите на полосу 25 по схеме Лео Фендер». «Заход на полосу 25 по схеме Лео Фендер. Температура 27, ветер 260 градусов, 2 узла, видимость 22 мили, рейс 420», — привычно ответила Соня и посмотрела на Сашу. Та тем временем глядела схемы захода. «Вот», — сказала она. «Полоса короткая. Заходить будем на закрылках 40. Я подключила автоматическое торможение при касании полосы и воздушные тормоза. Заходить будем вручную. Нам бы прямой. Схему я вывела на навигационный дисплей. Приготовились, поехали. Отключаю автопилот». Саша одной рукой нажала кнопку отключения автопилота на штурвале, а другой — отключение автоматической тяги на рычагах управления двигателями. Следующие несколько минут прошли так. Саша плавно уменьшала тягу двигателей, снижая скорость самолета, а Соня, следя за метками скорости около авиагоризонта, последовательно выпускала закрылки на 1 градус, потом на 5, потом на 15, потом на 25, а потом на 40. «Выпускаем шасси», — сказала Саша, и Соня перевела большую ручку, похожую на детскую игрушку колесика на палочке, вниз. 1000. Громко сказал электронный голос радиовысотомера. Саша глянула в прибор и произнесла: «Проверяем конфигурацию перед посадкой. Переключатели зажигания». Соня посмотрела наверх на техническую панель. «Постоянное зажигание». «Воздушные тормоза». Соня посмотрела на зеленую лампочку над пилотажным дисплеем. «Подключены». «Шасси». Соня глянула на 3 зеленых индикатора выпущенного шасси над рукояткой в виде колесика. «Выпущены». «Закрылки». Соня посмотрела на указатель закрылков, похожий на секундомер. Стрелка была в положении 40. Рядом горела зеленая лампочка. 40, зеленый свет. Мы готовы. «Систо, рейс 420, готов к посадке», — сообщила Соня по радио. «Рейс 420, полоса 25, ветер 2 узла, 260 градусов, посадку разрешаю», — ответил Леша и добавил: «Саша,
Я очень тебя жду. Полоса 25, ветер 2 узла, 260 градусов, посадку разрешили. Рейс 420, подтвердила Соня, тоже добавила. Леша, Саша очень по тебе скучает, сейчас увидимся. 400 футов, сообщил электронный голос. 300 футов. Полоса уже была видна очень хорошо, а вдали у аэропорта не менее хорошо огромное количество людей, ждущих самолета. «Высота принятия решения», — сообщила Соня. «Продолжаем или на второй круг?» Саша глянула на приборы снова. «Заход стабилизирован. Идем четко заданной скоростью. Никакой болтанки. Снижаемся. Судя по указателям, находимся точно по радару. Слева от полосы были видны 4 огня, показывающие, насколько самолет находится в глиссаде. Должны гореть 2 белых и 2 красных огня. Если горит 3, тем более 4 белых, идем слишком высоко, надо снижаться. Если горит 3, тем более 4 красных, летим слишком низко, нужно подниматься. Сейчас горели 2 белых и 2 красных». «Продолжаем», — ответила Саша. 200 футов», — сказал радиостомер. 100 футов». В нижней части дисплея появилось схематическое изображение приближающейся полосы в виде трапеции. Она была ровно по центру. Саша перенесла взгляд с дисплея в конец полосы. Теперь она видела ее боковым зрением всю. Самолет пролетел торец полосы с крупными белыми цифрами 25. Промчался мимо флюгер ветроуказатель, похожий на подвешенный полосатый носок, разворачивающийся вслед за ветром. На сленге его почему-то называли «колдун». И где-то вдали показалась диспетчерская вышка с вращающимся радиолокатором. 50, 40, 30, 20. Саша чуть-чуть притянула штурвал к себе и мягко перевела рычаги управления двигателей назад до выключения тяги. Самолет еще чуть поднял нос вверх, замедлив вертикальную скорость. 10, 5. Соня отметила, что когда радиовысотомер сообщает еще о 5 футах над полосой, это примерно 1.5 метра, это значит ювелирную посадку, когда самолет, как говорят, словно целует полосу. Основная стойка шасси коснулась полосы. Кабину совсем чуть-чуть тряхнуло, и тут же ручка воздушных тормозов автоматически перевелась в крайнее положение. «Воздушные тормоза вышли», — сообщила Соня. Саша, продолжая удерживать штурвал левой рукой, правой подцепила колпачки управления реверсом и подняла рукоятки вверх. На пилонах двигателя открылись отверстия реверса, Саша плавно опустила носовую стойку шасси. «Реверс включен», — сообщила Соня, глядя на монитор, где показывалось состояние двигателя. В кабине раздался сильный шум от включившейся максимальной тяги. «Это мы приветствуем Ной сцену», — засмеялась Саша. «Не успели приземлиться, а уже даем концерт». На скорости 80 узлов Саша выключила реверс. Сразу стало очень тихо. Доехав до самого конца полосы, самолет медленно свернул на рулежную дорожку и поехал к зданию аэропорта. Там стояли радостно подпрыгивающие люди. Некоторые из них держали что-то в руках. Кто-то уже обнимался, кто-то просто хлопал в ладоши. «Тебя встречают», — заметила глядящая на все это Соня. «Нет», — ответил Саша, — «это встречают нас с тобой. Без тебя, Сонь, я бы в жизни не справилась. А еще я очень хочу наконец увидеть Лешу. С его помощью мы с тобой смогли это все сделать». Приближалось здание аэропорта. Соня прочла на нем огромную надпись «Аэропорт острова Систа» и таблички поменьше, назван в честь великого путешественника Тимоти Лири и был подарен ее величеством музыкальному сообществу фестивальщиков королевства. Перед носом самолета Саша увидела девушку с длинными черными развивающимися от ветра волосами в бохой юбке. Девушка держала в руках свернутые флажки, плавно поднимая их, показывая, сколько еще осталось до места остановки самолета. «А они хорошо придумали, сделав эти флажки радужными», — поделилась Саша, продолжая глядеть на девушку. «Только прилетаешь, первое почти на что смотришь на земле, и сразу радость». Ночью флажки заменяли светящимися прямоугольными фонариками на ручках. Саша всегда думала, что их стоит сделать флуоресцирующими, но каждый раз забывала об этом сказать службам аэропорта. Девушка тем временем медленно подняла руки над головой и скрестила флажки буквой X. Саша нажала на педали тормоза, и самолет встал. Соня отметила, сколько же колец на пальцах у девушки. В прошлом году в сентябре было только одно. Сейчас, кажется, почти на каждом, кроме безымянных.
на обеих руках. Тем временем Саша включила стояночный тормоз и показала девушке с флажками соответствующий условный сигнал. Та тут же побежала в сторону уже подъезжающего трапа. «Ты иди», — сказала Соня. «Я пока здесь все отключу». Саша выскочила из кабины, перевела селектор дверей самолета в состояние отключения и открыла переднюю дверь. С другой стороны уже почти подъехал трап. Саша вдохнула полной грудью свежий воздух острова и только потом обвела взглядом людей внизу. Она увидела всех своих друзей, знакомых, тех, с кем она только переписывалась, тех, кого она даже не знала, но кто все равно пришел поздравить ее и встретить. А на верхней площадке подкатившегося к самолету трапа стоял улыбающийся Леша. Они ничего не сказали друг другу, просто тепло и крепко обнялись. Вскоре Саша почувствовала, что к ним присоединилась Соня. И так они стояли долго-долго. «Ну что?» — сказал, кажется, через целую вечность нежности и любви Леша. «Заходите в аэропорт, отдохнем, перекусим, попьем пуэра. И на сцену. Весь твой джем уже собрался и ждет. Твоя гитара у меня. Она тебя тоже ждет». Саша открыл глаза и увидела поднимающуюся по трапу девушку с флажками под мышкой. «Обязательно», — произнесла она. «Только у меня предложение. Давайте вы поменяете фонарики для руления самолета к терминалу на флуоресцентный. Когда мы будем привозить сюда музыкантов ночью, сразу будет понятно, куда мы прилетели». «А мы это уже поменяли», — ответила девушка. «И габаритные огни рулежных дорожек теперь из флюороламп. Это же наш остров. Добро пожаловать домой, Саша. Я так ждала тебя». И они обнялись все вместе. Thank you.